Сложнейшие операции провели врачи Шымкента. Сразу 5 пациентам они помогли победить инсульт. Хирургические вмешательства проводились под руководством известного казахстанского нейрохирурга Манжелкы Бердихуджаева. В мегаполис он приехал специально, чтобы провести мастер-класс. У всех пациентов во время осмотра был выявлен риск инсульта. С помощью нового оборудования и мастерства специалистов удалось остановить поражение. Люди, которые еще несколько дней назад были в 2 шагах от полного паралича, сейчас готовятся к выписке домой. Операции, проводимые на сосудах головного мозга в Шымкентской больнице, считают важным шагом в борьбе с инсультами. Операцию проводили на базе городской больницы номер 2 совместно с специалистами с управления делами президента. У нас есть меморандум. Мы максимально стараемся, чтобы оперировать здесь, в наших клиниках. Ну, совместно, если есть сложная ситуация, мы тогда приглашаем специалистов, совместно как мастер-класс проводим.